Туркменский народ бережно сохраняет и совершенствует свои национальные ценности. Наряду с национальными традициями и обычаями, туркменский народ также особое внимание уделял и самобытной национальной одежде. Опытные мастера готовили наставников для отбора переработки, выделки кожи и изготовления из нее национальных тулупов, пусун, а также тельпеков. Необходим усердный кропотливый труд. От опыта мастера зависит отбор кожи, чтобы изделие было высокого качества, отбор природных красителей. Одним из таких мастеров является Сапар Ага. Я в основном занимаюсь изготовлением кожных изделий. Из шкурки саржинской породы и каракулевой породы овец мы изготавливаем вот такие ичмеки. Обработка кожи, изготовление ичмек – дело довольно сложное и кропотливое. Для того, чтобы изделие было высококачественным, нужно выбрать кожу хорошего качества, красители. Качество изделия зависит от выбранной кожи и умения мастера. Вот уже 20 лет мы занимаемся изготовлением тулупа и чмека. Мы также занимаемся изготовлением подушек, матрасов, головного убора для детей, различных поясов. Помимо этого, шьем национальный халат «дон», как из ткани, так и из кожи. Здесь вы видите туркменские национальные головные уборы тельпеков, которые изготавливаются из шерсти саржинской породы и каракулевой пород овец. Эти головные уборы в основном изготавливаются по заказам. Как видите, здесь можно увидеть не только туркменские тельпеки, но и подушки, ичмеки, доны, национальные халаты. А теперь давайте познакомимся с некоторыми видами ичмеков. Кроме дона и ичмека, мы также изготавливаем головные уборы тельпеки. Изготовление туркменского мужского головного убора тельпека – дело нелегкое. Для изготовления мерлушковой папахи нужно выбрать хорошую овечью шкурку, подходящую по цвету. Кожаные изделия пользуются большим спросом не только в нашей стране, но и за рубежом. Эти головные уборы сшиты из высококачественной шкуры. После выделки шкурка промывается, чтобы шерсть стала чище. С внутренней стороны шкурку очищают. После этого она становится еще мягче и тоньше, словно бархат. Когда рассматриваешь туркменский ичмек, то убеждаешься, насколько мудрые были наши предки. Пошив любой одежды туркмен требует мастерства. Туркменский народ бережно сохранил свое национальное наследие. Он с почтением относился к национальным традициям, отражающим святость туркменского семейного очага.
изготовление кожаных изделий, пусун, ичмек, требует терпения, старания и умения. Одежда, изготовленная из кожи, очень удобна и приятна для тела. Также они полезны для здоровья людей. Кожаные изделия, создаваемые туркменским народом, отличаются ярким национальным колоритом.